Женщина-инвалид второй группы в городе Алдане пытается добиться справедливости. Она хочет получить полагающееся ей по закону льготное жилье. Гражданка обратилась в прокуратуру. Руслан Павлов подробнее. Больше года инвалид второй группы Хатема Котикова пыталась в одиночку бороться с административными барьерами в части получения жилья, положенного ей льготой. Когда силы иссякли, обратилась в прокуратуру. Ну, я вот живу в Алдане давно уже. 20 лет стояла на очереди на получение льготной квартиры как инвалид. Когда в 2014 году подошла очередь мне получать квартиру, начались разные неувязки. Соцзащите начали требовать разные справки неимоверные, хотя по положению там положено всего 5 справок. И затянулась эта история на 2 года. Пришлось обратиться в прокуратуру. В защиту прав инвалида алданская прокуратура обратилась с иском в суд о восстановлении заявительницы в очередь в республиканском реестре. Иск был рассмотрен и удовлетворен. Таким образом, мерами прокурорского реагирования удалось добиться реального восстановления нарушенных прав инвалида на реализацию ее жилищных прав путем приобретения за счет социальной выплаты двухкомнатной благоустроенной квартиры, отвечающей установленным санитарным и техническим требованиям. Меры прокурорского реагирования порой не видны в повседневной жизни, но, безусловно, отражаются на жизнедеятельности общества. Впрочем, когда за работу говорят простое человеческое спасибо, как в случае с Хатумой Котиковой, это является наивысшей оценкой для правового ведомства. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Сахан, Алдан.